19 марта 1945 года. В течение 19 марта юго-западнее Кёнигсберга наши войска вели успешные бои по уничтожению восточно-прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива Фришгаф, заняли более 30 населенных пунктов. В районе Бреслау наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника. За 19 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 116 самолетов противника.